Достаточно слов, чтобы выразить то, что очи его видели. Поэтому мы сегодня, дорогие братья и сестры, возрадуемся вместе с печалью, которая нас сегодня покрывает в связи с распятием Христа Спасителя, память, которую мы сейчас с вами совершаем. Я хочу попросить у вас прощения ради такого великого дня Святой Пятницы. Если я кого-то обидел словом или делом, простите меня, потому что прежде чем приложиться к плащанице, пусть каждый из вас простит друг друга. Как говорит Священное Писание, что прежде чем прийти в храм,
принести что-нибудь в храм, жертву или помолиться.